Да ты плохо думаешь. Где-то есть мальчик по сравнению со мной. Мне его обуть элементарно. Я с ним беседовал. Ты на какой мове спілкуешься? Я щось тебе не розумію взагалі. If it's more convenient for you, yes, I may speak English. Yes, start to speak English. If it's more convenient for you. What's your name? It doesn't matter. Where are you from? Бля, я хуєю. Ти мало того, що ще й англійської не знаєш, тебе ще й зубів нема. Ти там щось шепчеш сам собі. Тебе не чутно зовсім. Укрилашок, у мене і зуби є, і англійський я знаю. Я спросив конкретно. Я спросив конкретно. Where are you from? Та, блядь, ну не зрозумів. Я не... Ти не... Ну ти не розумієш англійське, так і скажи. Я нормально говорю по-англійськи. Where are you from? Я розумію, але я тебе не... Англійську я розумію, я тебе не розумію. Мене всі розуміють, хто англійську знає. Перейди на нормальну мову. Я тебе на нормальній мові говорю. Where are you from? Зараз щось про бубунів на якоїсь китайській. Хорошо, я помедленнее скажу. Where are you from? У меня зубы получше, чем у тебя. Посмотри на свои зубы в зеркало. А ну покажи. Ты на свои посмотри, что мне показывают. Покажи зубы. Да. Покажи зубы. Ты что, лошадь покупаешь, что ли? Блядь. Да вон у тебя все зубы вставные. А ну покажи. Ладно, короче, английского не знаешь, а не парься. Давай краще на немецку переходь. Ну, спрашивай по-немецки, что ли. No, Ukraine Schwein. You are Ukraine Schwein. Why? It's true. It's true. Я знаю, что это правда. Ладно, давай это самое, не парься. Я тебя спросил, ты откуда будешь? Расскажи. Откуда будешь-то? Нарисовали себе картинку, блядь, и радуетесь, блядь, только ящик. Что за картинка? Какая тебе картинка, Лошок, не устраивает? Подивись на телеконы и вспомни, курва, життя, блядь, а то ты, блядь, все позабывал. Ну ладно, обожди, не сливайся. Ты мне скажи, откуда ты будешь? Where are you from? Да откуда ты английскую не понимаешь? Дядьку, включи в ухо, будь ласка. Что включи? У меня все нормально, я слышу. Говори. Ну хорошо, ладно, я тебя спрошу на телячьи. Звідки ти будеш? Потом послушаешь, тормози. Ну тормози, хватит. Давай я тебя спрошу на телячьи. Звідки ти будеш?
Ну, послушал, тормози. Звідки ти будеш? Звідки ти будеш? Отвечай. Я уж тебя на телячі спрашиваю. А що ти цю стіну прибрав? Канадський прапор показав мені. Я поправив просто занавеску. Звідки ти будеш? До речі, а хто тобі ці китайські дрочню цю надів на тебе старий, світящуюся? Звідки ти будеш, я ж тебе спрашиваю. А нахуя ти цікавишся? Ну, ми ж тебе бесідуємо, мені інтересно. Чуєш, давай в качестві, блядь, бесіди, блядь, я зараз, блядь, зроблю, налью собі компотика, блядь. Ну, налей компотика. А? Ну, налей компотика, я ж не против. Показать? Зайчик? Ну покажи. А это тема, правда? Ну неплохо, да. С корами не снилось, блядь. Козьего молока. Денеры, блядь. Слушай, а что у тебя канадский флаг делает? А где ты видишь флаг ДНР? Ты во флагах не разбираешься, что ли? А, ты уже его схвал. Ты во флаг. Да не, вот он. Ты во флагах не разбираешься, я вижу. А что это за флаг? А при чём тут ДНР? А, выебач, это Азербайджан, блядь, все чётко. А что ты канадский спрятал? Почему спрятал? Вон он виден. Потому что ты когда свою стенку подвинул, вот эту тряпочную, блядь, и он там показал. Ну я понимаю. Ну, да ты звідки будешь? Тернополь, Львів, Франківськ? А звідки треба? Да не, ну ты это скажи по-честному, не стесняйся. Дивися, маю відношення і до Тернопільської області, і до Вінницької, і до Одеської, і дуже полюбляю Закарпатську. What's your geolocation right now? Що? What's your geolocation right now? Блядь, вибач, але твої зуби тобі не дають сказати правильно. Да у меня зуби нормальные, в отличие от тебя. Что ты пристал к моим зубам? Ладно, короче, я вижу, что не настроен разговаривать. Не будешь отвечать, не надо. Всех благ. Ukraine has to be split apart. Ukraine has to be split apart. До побачення. Bye. Best wishes. Верно зря жалел Деникин хама. Их надо было брозгой да плетьми. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривать. Он так говорит. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина утилитарное государство, правильно? Великобритания утилитарное государство, Германия утилитарное государство. У них есть они... Харьковский был. Друзья, украинскому городу начнем. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор у нас есть достойный ответ, вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами от Харькова до Киева. 480 километров, а на границе с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С нашистской силой темною, с оранжевой чумой! Голытьбу всяку прочую, за станицы родные, за луга, за ливные, да за царскую вотчину. Вот.